В зале, кто имеет какое-нибудь отношение к строительству, монтажу и так далее и тому подобное. Ну вот надо было сделать бякуда. Стремянку не прислали. Вот такие, брат, дела нас с тобою наебали. И монтажные ленты нет, и спектейла не напряжно. Но мы держим паритет, мы работаем отважно. Деньги кончились, пиздец, больше не на что кататься. Что ж закурим, брат, боец, нам с объекта не съебаться. Зарплата не пришла, и расходку не прислали. Что ж, обычные дела нас с тобой наебали. Давайте похлопаем! Обман! Отлично!